Многочисленные аукционы, которые проводились Комитетом имущественных отношений, результата не приносили. Желающие приобрести объект долго не находились. Но сегодня у недострой наконец-то появился новый владелец. Объект был продан с торгов за более чем 600 тысяч рублей физическому лицу. Деньги теперь пополнят районную казну, которая, в свою очередь, перестанет терпеть расходы на охрану объекта и его содержание.